Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном, Романе Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 22 липня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Будемо нашу розмову розпочинати із плана Джонсона. Він опублікував колонку, в якій, ну, власне, висловив пропозиції свої, які він, можливо, він, а можливо, не він, також дискутують, можливо, це ще й план Трампа він опублікував, але пропозиції такі. Вихід на межі 24 лютого 2022 року, Крим під контролем РФ лишається, вступ України до ЄС та НАТО, озброєння коштом США і українська армія замість американської розміщується на базах США в ЄС для захисту РФ та інших агресорів. Роман Григорович, ви пам'ятаємо, коли Арахамія говорив в інтерв'ю про те, що приїздив Борис Джонсон і говорив про те, що будемо воювати. Натомість, по факту, ми бачимо наразі, що він пропонує, ну, стамбульський варіант, скажімо так. Так це його пропозиція. Це про капітуляцію України чи про що? Ну, це капітуляція в чистому виді, якщо хоча б один квадратний сантиметр, міліметр, мікрон, там кварк, один кварк український залишається під російською територією, це однозначно під російським контролем, це однозначно капітуляція. Тому тот, хто предлагає капітуляцію, Джонсон це предлагає, або Трамп, це якесь видіння, допустимо, що теж непонятно, бо що у Трампа взагалі ніякого видіння немає, йому ще треба полгода попытаться стать президентом. Мы сейчас не до Украины, так это точно. То есть видение любого действия, если хотя бы малейшая часть Украины остается под контролем иностранного государства, это капитуляция, кто бы что там ни называл. Потому капитулировать, ну, мы можем предложить Джонсону, но опять, кто он сейчас? Он же сейчас уже по крайней мере, не тот политик, который был 2 года назад. То есть предложить Британии, допустим, отдать Фолклендские острова, Фолклендные Аргентине, или Аляску отдать россиянам Соединенным Штатам. Да? То есть, Трамп пришел и решил, давайте дадим Аляску России, это исконно русские территории. Ну, примерно так. Но это ваш никто, никому в голову это не придет, допустим, предлагать такое в голову. Непонятно, кому в голову приходит нам это предлагать. Тем более, что ну, украинцы, земля и воля, если помните, это основные два таких лозунга, требования, видения украинского народа, украинскости, нации украинской. Да никто не отдаст из украинцев землю кому-то, россиянам, да никто не будет это делать, тем более земля принадлежит не только тем украинцам, которые сейчас живут на этой земле, а еще и нашим потомкам. Причем поколениям, сколько там, сотням поколений наших потомков принадлежит эта земля. Как вы ее собираетесь отдать? Кто? Джонсон будет отдавать нашу землю? Так мы уже видели, как эти два израильтянина великих, Хабадника этих, Абрамович, Пенна там отдавали, а с помощью Арахами, естественно, Умерова тогда, Резникова, отдавали они наш Крым и Донбасс россиянам. Ну и где эти Беннет с Абрамовичем потерялись, так, правда, Арахами еще до сих пор с Умировым руководят, где-то пытаются, по крайней мере, но Резников куда-то потерял. То есть, по большому счету, это действие, которое ни к чему однозначно не приведет. Но нет такого механизма. Механизма нет отдать нашу территорию россиянам. Его просто не существует в природе. Вы посмотрите, как это сделать, не получится. Потому нет смысла об этом и говорить. Непонятно вообще, зачем эту тему кто-то поднимает, передачи территории, отдачи, уступки или еще чего-то. Да это вообще нарративы российские. Это же не пытаются, это же империя, они собираются там где-то расширяться. Но они прекрасно понимают, россияне прекрасно понимают, что без нашего согласия наши территории они забрать не могут. Почему и проводятся эти террористические акты, эти удары по Ахмаддеду, по нашим деткам, эти удары по Одессе, по Харькову, по украинской территории? Вот для того, чтобы склонить украинское общество, украинский народ отдать свои территории. Но это даже технически невозможно. Я же об этом говорю. Потому эта тема такая из разряда каких-то фантасмагорических каких-то, не более того, для чего она поднимается, не ясно. По Трампу, еще раз повторюсь, Трампу еще надо стать президентом. Ну, то есть еще полгода, как минимум, всякое в этой жизни бывает, и тем более в Америке. Вы же видите, как эти черные лебеди ниоткуда возникают, и там кто там еще докатится до выборов и до президентства в Америке, это еще
еще через полгода только узнать. Потому, я думаю, не стоит на это вообще обращать внимание. Для нас сейчас намного важнее, на данный момент важнее, как раз забыть эту риторику, там, мирную, переговорную, она же приносит только вред. Почему приносит эта риторика вред? Первое, демотивация, страшнейшая демотивация нашей армии, раз. Второе, это демотивация новых рекрутов, которые могли бы найти в себе мужество, смелость вступить в армию, да, через рекрутинговые центры. Ну и третье, самое страшное для нас сейчас, это демотивация наших партнеров передавать нам вооружение. Вот каждый говорящий о каком-то мирном саммите, о каких-то мирных переговорах, о каких-то возможности заморозки и так далее и тому подобное, бьет по украинской, по украинскости, по украинскому государству вот из трех стволов сразу. Демотивация армии и рекрутов, и рекрутинга, и демотивация партнеров по передаче железа. Железа нам не хватает. Нам надо везде в мире кричать о том, что дайте железо для того, чтобы остановить россиян и их развалить, разбить на нашей территории, восстановить, согласно уставу ООН, нашу территориальную целостность и суверенитет. В это время носятся все по миру наши эти канцелярские крысы, рассказывают сказку о мирных переговорах, о заморозке и так далее и тому подобное. Тут еще и Джонсон ее влетел в эту тему, пытаясь ее как-то... Ну, он-то пытается, понятно, он пытается как-то побыть на плаву. Это проблема всех сбитых политиков. Они пытаются быть где-то на плаву, где-то участвовать в чем-то. Это тоже надо понимать, потому что на данный момент вот он потерял эти рычаги управления. Якщо говорити ще, зокрема, у цьому, в цих пропозиціях, зокрема, немає питання репарацій. Крім того, Джонсон пропонує, аби відновити діалог Москви та Заходу. Це все може які мати наслідки? Ну, теж непонятно. Що значить контакти опять наладити Москви з Заходом? Це значить зняти санкції. То есть, что Джонсон предлагает? Снять санкции с России. Вот они же, политики, они же прямо не могут сказать, что они хотят сказать. А вот берите, перефразируйте и поймете, что предлагает Джонсон. Давайте снимем с Москвы санкции и будем дальше торговать. То есть, где-то уже присоседился на какой-то финансовый поток. Джонсон уже, в общем, надо его обратно забирать, у него фамилию Джонсонюк. Пусть он опять будет Джонсон. То есть потерял доверие. Вот это предложениями всякие, ты барыжнем, это ж барыжня в чистом виде. То есть где-то уже что-то где-то забарыжило это как минимум. Снять санкции с России. Вопросов нет. После снятия санкций с России они за 3-5 лет восстановят свой боевой потенциал и шарахнут по той же Великобритании. И где тут будет Джонсон потом рассказывать сказки? Где-то в Австралии или куда он убедит? В Аргентину? Куда наши собираются бежать, носится уже несколько бортов в Аргентину ушло. То есть есть вопросы к Джонсону, по этому раскладу, по крайней мере. Ну и вообще снятие санкций вопросы. Во-первых, накладывание есть вопрос. Почему вообще россияне эти санкции отходят? Одни единственные санкции они обойти не могут. Санкции Малюка Будакова. Вот эти раскатывают вдоль и поперек. Работают действительно напрямую на... вернее, работают против военной экономики России. А все остальные санкции, они и так подыгрывают практически россиянам. А если их еще и снять, так это вообще очень, это самому себе называется выстрелить в голову. Плюс ту санкцию, которую единственно накладывать, опять, это наша дипломатия должна работать. Не носиться по Китаю, по папам римским, а конкретно работать в ООН для того, чтобы он кислился, поставьте задачу, чтобы он протянул резолюцию ООН. Неважно, сколько там будет государств. Признанием России государством террористов. После удара по Ахмеддепу покажите это все в ООН и признавайте Российскую Федерацию государством террористом в чистом виде. Куда еще можно было бить хуже, чем по деткам, по больным детям шарах? Ну это уже такие твари, которых, ну, земля точно носить не должна. И до сих пор еще кто-то, Джонсон, пытается с них снять санкции после этого. Вот представьте, да, вот у человека, что у него в голове. То есть пытается снять с них санкции, предлагает, и торговать дальше, как ничего и не было. Вот пусть эта ракета прилетит Джонсону на Пазен. Российская ракета зайдет после того, как он остатки своих деток пособирает, похоронит,
это самое. Вот потом спросите у него, будет он санкции снимать с России или не будет. Очень бы хотелось его ответ. Ну, кроме про санкции, також и говорил же Трамп, так? Він те, що він виступає за... Ну, і пусть по Трампу туда же, да. Вот какой-нибудь Іскандер, или там сейчас россияне налепили межконтиненталок, вот по трамповским деткам пусть тоже зайдет, и потом мы посмотрим, что он будет рассказывать про снятие санкций. Именно Трамп, кстати. Роман Григорович, ну якщо от теоретично знову ж таки уявити ось цей план, так, Джонсона, він говорить про те, що потрібно взяти Україну в НАТО. Ну тобто, а як Україну візьмуть в НАТО? Ну тобто там шлях записаний, так ось це як безповоротній, так, але ж війна там триває. Ну тобто, навіть якщо зупинитися, а як? Ну тобто, Сполучені Штати Америки не хочуть, так, Німеччина також, ми чули їх позицію. Ну тобто, тоді як реалізовували тоді цей пункт? Ну вот давайте так, если сказать, что это бред всего и кобылы, потому что почему? Потому что это невыполнимая тема. Для того, чтобы принять Украину в НАТО, нам надо восстановить свою территорию. Чтобы это ж надо почитать натовские документы, там же четко написано, не должно быть территориальных претензий. Нам надо восстановить свою территорию, а то, что предлагает Джонсон, отказаться от части нашей территории, от Крыма и Донбасса, отказаться, провести там через седьмые муки ада называется, и отказаться официально, то есть он практически предлагает принять часть Украины в НАТО, это значит отказаться от оккупированных территорий. Потому что принятие в НАТО должны там, верификация границ должна произойти, это ж не все ж так просто. А значит что? Значит остановка боевых действий, дальше линия фронта проводится как граница, идет верификация, это новое, это ну, с точки зрения технических условий, невыполнимая вещь. Ну, просто невыполнимая. Потому непонятно, что эти политики сейчас, чем они вообще носятся. Вот если бы они понимали, что они говорят, когда это делают, ну, то есть они просто говорят, не делают, они же не понимают, как это сделать, в конце концов. То есть сесть, вызвать такси и поехать возможно, а эту машину сделать, те, которые вызывают такси, надо просто не понимать, как машина создается, с чего, откуда резина добывается, откуда, да, вернее, создается, откуда двигатели и так далее, и тому подобное. То есть вот эти люди, которые вот о чем-то говорят, что-то предлагают, но это политики, вот в этом все политики есть, они трындоболы. Ну, по жизни трендоболы. Почему? Потому что они, ну как это говорится, не ты самый, за жизнь, за свою ни одной собачьей будки не построили. Не понимая, как эти все процессы происходят. Потому и здесь та же самая картина. Это невозможно технически провести. Потому нет смысла об этом говорить. Еще раз повторюсь, то, что предложил Джонсон, по крайней мере, то, что так сказать, это бред всего и кобылы. Невыполнимый бред всего и кобылы. Романе Ровичу, так і Путін же ж, він же вимагає нейтралітету, Путін же взагалі на це ніколи не погодиться. А хто з ним буде розказувати? Ні, ну в этом смислі Путін, так це теж якраз я об этом і говорю, є технічні моменти, які просто невиполнимі. Путін на це не согласиться, технічно це невозможно зробити. Много таких моментів, які просто не дають можливості виконати ці дії. Непонятно, зачем тогда про них говорити. Тільки для того, щоб фамілію Джонсона ми сьогодні вспомнили 7 разів. Да? Та же сама картина і по нашим політикам. Вони іноді трендять воздух щось для одної цілі, для одної, щоб їх фамілію почаще вспоминали. Неважно, в якому положительному чи отрицательному контексте. Просто чтобы фамилия звучала или не более того. А самих действий за этим абсолютно никаких нет. Почему я всегда говорю, что все эти какие-то посылы, связанные там с заморозкой боевых действий, с мирными планами, с аннексией нашей территории, отказом от наших территорий, каких-то политические, возврат политическим способом наших территорий, это просто набор, бессмысленный набор слов, не более того. Но к этому бессмысленному набору слов обязательно прикладывается фамилия. И вот эту фамилию, тот, кто прикладывает этот бессмысленный набор слов, эти люди хотят, чтобы эта фамилия просто чаще упоминалась. Скорее всего, кто-то собрался на выборы. Джонсон, понятно, он пытается где-то быть нужным в политическом бомонде Европы и европейско-американских отношений. Это понятно, потому что его сбили с премьерства, и, естественно, сейчас он где-то себя хочет найти. И он пытается где-то побыть, по крайней мере, на одной из такого рода волн, то есть как
качестве пены. Наша та же самая тусовка политическая, они только для этого это и придет. А сделать это невозможно. І от щодо так висловлювань нашого керівництва, ну, останнім часом ми чуємо, президент якби ну, змінив риторику, ми чуємо, що він же, зокрема, не говорить про кордони 91-го року, він говорить про закінчення війни, він говорить про перемовні процеси. Так все це, ну, мається на увазі, змінилася ця риторика на фоні невизначеності на фронті, чи у тому, що в нас немає впевненості так, у нашому майбутньому, в тому, що в нас буде підтримка Заходу? Ну, во-первых, щоб просто поговорити раз. Вот просто поговорите, чтобы фамилия звучала. Это вот то, что я уже рассказал. Это раз. Второе, как тоже быть как-то в тренде. Почему в мире носятся эти волны, которые, кстати, мы же и продуцируем. Без наших вот этих формул мира и всяких саммитов мирных, никто бы эту тему не продуцировал. А теперь эта тема их же и накрывает, они не знают, что с ней делать. То есть они создали волну, которая вокруг шарика прошла, и их сзади накрыло. И теперь они не знают, что с этой волной делать. Ее же надо как-то либо управлять, либо на ней находиться, иначе же она накроет и утопит, в конце концов. Вот они пытаются на гребне этой волны как-то балансировать, понимая, что, во-первых, у них ничего не получится с этим процессом, а значит, ну, надо же как-то на волне выйти. Вот они начинают говорить, что попало. Вот я это называю. Что попало? Другого никакого технически, еще раз повторюсь, технически невозможно сдать нашу территорию. Как бы они ни хотели, у них не получится. Один из механизмов там референдум провести, так его тоже технически невозможно провести. Они даже выборов провести не могут. А какой референдум? Через Дию, что ли? Кто там на него смотреть тогда будет? То есть нет механизмов имплементации их этих словосочетаний. Потому нет смысла их проговаривать, это просто ни о чем. Абсолютно бессмысленный набор слов, и не более того. Вот последнее время от нашего политического руководства несется в воздух бессмысленный набор слов, за которым не может быть действий. Вы как только распишите план действий, дорожную карту, допустим, какую-то, да? Вот сейчас на вскидку. Заморозка боевых действий. Дорожную карту напишите заморозку. Как вы это себе видите? Это полумиллионная армия, так, стой, раз, два, кругом, шагомарш, что ли. Ну, вот представьте себе заморозку боевых действий, когда две полумиллионные армии друг напротив друга работают на глубину в 500 километров. Как вы их заморозите? Ну, невозможно технически. Приказать генералу, да генерала пристрелят просто-напросто, и все. И закончатся все эти предварительные ласки, так называемые. Порошенко пытался остановить боевые действия, сколько? Несколько лет. 5 лет пытался остановить. Же ж не получалось остановить. Потому что... Але ж зупинка вогню була? Мене говорить. Але ж тоді зупинка вогню була? Ну, були якісь періодичні? Та не було ніколи. Не було. Нет, не было никогда остановки боевых действий. Вот он это хотел, но этого не произошло. Зашел когда Зеленский в 19 году. Та же самая картина. Посмотреть в глаза Путину, остановить боевые действия. Приказы пошли. Некоторые вот мы же поуходили. Почему? Потому что пришел приказ остановить боевые действия. И начали штрафовать за боевые действия. За ответку, допустим, по россиянам и так далее. Сколько народу поуходило? Профессионалы ушли, потому что поняли, что с этой властью, которая воевать не собирается, ну то пусть сами воюют, если они там вопросов нет. Стали в строй на ЛБС и вперед, вон, повесили амбарный замок на Верховную Раду, Рада закрыта, все ушли на фронт и вперед под Часовьяр туда. Ну а чё нет? То есть нет, так все равно ж не остановились. Ушли почему из армии? Ушли, чтобы воевать дальше, уже только не нарушая приказ. Потому что приказ был прямой остановить. Вот та же самая картина и сейчас. Невозможно это. Ну вот просто невозможно. Ни с одной стороны, ни с другой. Причем самое интересное, вы думаете, 10 лет, вот теперь представьте, 10 лет на Донбассе, в Крыму, россияне раскачивали ситуацию, наставали людям на местах оружие. И что вы теперь с ними, с ДНР, с корпусами ДНР и ЛНР, что вы с ними сделаете? За Урал отведете? Да нет, они будут воевать, а потому что им деваться некуда, их такие условия загнали, что теперь им только воевать, почему бы уже... Если они не будут воевать, их поубивают. Либо в России их поубивают, Россия, российские же менты. Либо их украинцы убьют на Донбассе. Вот и все, вот их подставили вот так. То есть им деваться уже некуда. Они будут воевать до конца, до своего конца, естественно.
Та же самая картина по Крыму, по некоторым направлениям, допустим, того же Мариуполя, туда привезли уже кучу этих со Средней Азии, всяких разных, ладно, оттуда попривозили, не украинцев, по крайней мере. То есть они же тоже будут воевать, их поставили в строй, сунули в автоматы в руки. Или там кто-то другой остановит. Но это просто нереально. То есть механизма восстановки боевых действий не существует. Я не знаю, о чем они вообще говорят. А тем более о сдаче нашей территории. Тоже механизм сдачи нашей территории, его просто не существует. Запустите какой-то референдум. Так еще раз повторюсь, выборы провести не могут. Какой референдум? Ну, допустим, если. А потом после референдума две сессии Верховной Рады. Угадайте, на какой сессии Верховной Рады Верховную Раду разнесут в ноль на лоскуты. Ну, мы же это увидели уже, когда Порошенко в 2015 году, по-моему, когда он там пытался просунуть через Верховную Раду изменения в Конституции об особом статусе Донбасса, тогда гранаты в Раду полетели. Сейчас же не гранаты полетят. Сейчас FPV-дроны полетят, там этой Рады, этих радников не останется никого. То есть, по большому счету, нет того, такого механизма. Я еще раз об этом говорю. Потому что нет смысла тогда об этом просто говорить. Ну, если там имплементация всех этих хотелок, она абсолютно не нужна. Хотят они уйти, есть такая, я сейчас вижу, что наши политики пытаются как-то с этой всей темы ответственности за гибель сотен тысяч украинцев как-то выскользнуть из-под этой ответственности. Почему? Потому что политики не были абсолютно готовы к вторжению российской армии. Мы же это видели. Шашлыки в мае и так далее и тому подобное. Хорошо разбирались, отлично разбирались в пенетрации битума и в модификаторах. Хорошо разбирались в лещадности щебня, может быть, в дорогах. Только Б1 от Б2 никак отличить до сих пор, наверное, по асфальту не мог. Но плохо, вообще не разбирались в армии. Потому, естественно, их бездеятельность, полная бездеятельность, а может еще по каким-то направлениям, мы же видели по СБУ, до Малюка, по крайней мере, вообще полное предательство там некоторых руководителей службы безопасности, привело к тому, что мы потеряли сотни тысяч жизней наших людей, украинцев, и миллионы людей сейчас временно перемещенные вообще выехали из Украины. Вот с этой ответственности они все хотят сейчас убежать. Механизмы ищут. То есть как это просунуть через общество, как пропихнуть эту тему через украинцев для того, чтобы либо остаться на плаву, как-то поуправлять процессом, либо так убежать в какую-нибудь Аргентину, чтобы за ними, допустим, хвосты не пошли. Ну, не начали їх оттуда видергувати або там розвішувати на баобабах. Валерій Горович, враховуючи, що попереду саміт миру, 2 має відбутися, крім того, президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, як це все може відобразитися на фронті? Ну, мається на увазі, що, ну, чи очікувати загострення ось цей період із серпня по жовтень? Буде загострення? Ну, росіяни, у них ще місяця на півтора, наверное, сил, средств є для того, щоб літню кампанію, вони будуть пытаться її закінчити где-то на границах Луганської та Донецької області. Ну, до Донецька вони не доберуться, да і до Луганської большой вопрос, тому це давлення буде ще до кінця августа, до сентября. Исходя из некоторых дат, допустим, 24 августа, День независимости, в принципе, к этому дню может быть, наше руководство военно-политическое попытается, ну, хоть что-то, какой-то положительный эффект создать для себя же, любимых, не для страны, это же естественно, это же опять, это же сцена, подмостки, это где-то надо провести какой-то парад победный, или там Харьков освободить, или там, может быть, где-то в другом месте какой-то положительный момент, то есть к концу августа, я думаю, будет какое-то обострение. Вот в районе 24 числа, вот третья декада августа, будет обострение. Россияне будут на последнем, так сказать, издыхании пытаться что-то выдавить. Ну а наше военно-политическое руководство, главное, чтобы они, не дай бог, не положили несколько десятков тысяч наших ребят ради каких-то победных реляций. Для этого надо самолеты, для этого надо дальние следы. Это я ж не против, наоборот, надо однозначно. Просто механизмы этого действия должны быть другими. Это должна быть авиация, должны быть ракеты. Дальние средства поражения. Сейчас на данный момент у нас нет возможности
реально, имеется в виду, без больших потерь, провести какие-то контрнаступательные операции. Потому вот я так думаю, что где-то к концу августа будет такое серьезное обострение, а вот россиянам надо еще несколько месяцев подготовиться уже к осенне-зимней кампании. И, скорее всего, она будет где-то ноябрь-декабрь. Это осенне-зимняя кампания, вот примерно так. А вот время сентябрь-октябрь, может быть, конец августа, там, ну пусть сентябрь-октябрь, начало ноября, вот месяца 2-2,5-3 россиянам надо перезарядиться. Они будут пытаться остановить боевые действия. Сейчас даже один из вариантов их остановить для переформатирования. Вот опять Папа Римский начал песню петь про остановку боевых действий под Олимпиаду. Макрон уже перестал эти песни петь. Папа продолжил. Ну, скорее всего, догорело. Петель длинный, мокрый, скорее всего, догорело. То есть эти моменты сейчас будут, они... попытки какого-то обострения будут пресекаться некоторыми вот такими действиями, попытками там Си Цзиньпиня, может быть, Папы Римского, может, еще кого-то остановить где-то на каком-то этапе конфликта. А наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба полетить до Пекіну, і Пекін ініціює цю зустріч. От як ви вважаєте? Ну і говоритимуть, зокрема, про війну, звісно, в Україні. Чого вимагатиме і на що тиснутиме Китай? Ну, и у Китая уже все выложил, то есть то, что ему надо остановить. Ну, это как Папа Римский, вот они вместе поют одну песню. Остановить боевые действия, заморозить боевые действия, дать возможность россиянам переформатироваться, зарядиться и жахнуть дальше. Вот у Китая сейчас первая задача. Он с ней будет носиться. Кулебу выдернули для того, чтобы нарисовать эту схему. То есть еще раз обозначим вот какие-то углы. Это ж его выдернули, он сам полетел. Выдернули. Но вот эти полеты в Китай надо прекращать. Ну, видите, все разведки мира уже начинают четко говорить о том, что китайцы даже напрямую развединформацию сливают россиян. Причем эта развединформация, ну, она может закончиться довольно-таки плохо для нас. Потому что китайцы куда ни плюнь, везде китайцы. Начиная от, допустим, той же Одессы, заканчивая Харьковом. Надо эти вопросы уже решать в контрразведке, конкретно смотреть на эту китайскую, а не практически все китайцы под разведкой китайской. Если они сливают это все россиянам, то ну, нам там точно нечего делать. Китай надо ставить на одну ступеньку с российской агрессией. Потужності нафтопереробного заводу в Туапсе після атаки дронів 22 липня значно скоротилися. Зокрема, про це сказали угор. Пишуть, що підприємство дістало значних ушкоджень. Також ми знаємо, що була атака по воєнному аеродрому Морозовськ. А до цього, Романе Григорович, от на початку, зокрема, місяця, так, була також атака по Приморсько-Ахтарську. Так? Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що ми знайшли спосіб, як витіснити із прикордонних областей російську авіацію? Ну, тобто, коли ми місяцями чекаємо, зокрема, атакамсів, ну, мається на увазі дозвол, да, на її застосування, нам його не дають, і ми ось таким чином діємо тоді. Ну, удары и по аэродромам, и вот, наконец-то, по НПЗ. Мы, помните, несколько недель говорили, что давно не было ударов по НПЗ, уже надо по второму кругу начинать. Вот, скорее всего, начали. По Туапсе это уже, правда, третий удар. Туапсинский завод, нефтеперерабатывающий завод, это единственный завод на берегу Черного моря, который может еще и отгружать, то есть производить и отгружать продукцию. Там чуть ли не 100% отгрузки идет нефти. Они грузят через Туапсинский завод, и, в принципе, удары по нему должны быть чаще. Ну, вот уже третий, то есть, ну, в принципе, неплохо. Это продолжение санкций, это санкции наших спецслужб, которые наносят удар. Они, правда, уже перестали признаваться, не знаю почему, наверное, с Белого дома ай-яй-яй когда-то сказали, вот тут выполнять боевую задачу, но не подсвечивать негатив по восприятию по Белому дому, это делают уже в закрытом режиме. Но ради бога, мы тоже понимаем все эти вопросы, потому будем говорить о том, что чьи-то беспилотники ударили по Туапсинскому заводу, вывели его третий раз из строя. Надо долететь еще до Новороссийского завода, то есть до Новороссийского терминала, там чуть-чуть осталось буквально, им надо развернуться и выполнить эту задачу. То есть
по Туапсинскому, одно по аэродромам в Ростовской области и Краснодарском крае. Это чуть другая тема, хотя, опять же, то количество беспилотников, опять же, мы с вами о нем постоянно говорим, до сотни беспилотников должно идти в одну точку, чтобы хотя бы часть из них прошла. Коэффициент пересечения у россиян, ну, серьезный, тоже 50-60, половину они сшивут по заходу, но... Уничтожая наши беспилотники, тратится ракету, а те беспилотники, которые проходят, выводят из строя авиационное поле. То есть, понятно, аэродром вряд ли выведут сам по себе, то есть полусилу не добьют. А вот ГСМ, тот же систему заправки авиационным керосином и маслами самолетов, они точно могут сжечь, как это было удар по морозу, очень хороший подтвержденный удар, плюс недавно отминусовали еще 20-30-х повредили беспилотники. Но надо понимать, какая проблема. Дело в том, что беспилотник, боевая часть беспилотника, ну, недостаточно для того, чтобы вывести полностью аэродром из строя. Полностью аэродром из строя может вывести либо заход эскадрильи бомбардировщиков, которые в шахматном порядке авиационные бомбы, бетонобойные, сбросят на полосу, тогда выведут из строя. Или, допустим, сброс кассетных боеприпасов. Атакамсы подойдут, только тоже должно быть не один десяток ракет, которые будут выходить и уничтожать. Но это Российская Федерация, это дальность. Для атакамсов она, в принципе, рабочая. У нас нет разрешения. Вот Байден уйдет. Может быть, кстати, вот сейчас появится новое веяние, по крайней мере, снесут, пододвинут как-то Салливана и Бёрнса. Новое веяние даст возможность оставшимся руководителям этой комарилии обамовской дать нам возможность бить по российской территории. Пока еще надежда умирает последней, все-таки будем надеяться, что будем работать и атакамсами, в том числе по аэродрому России. Роман Григорович, ви з язика зірвали, я для бліц-запитання підготувала вас, вам запитання, я хотіла сказати, як ви вважаєте, чи є ймовірність, що наостанок Байден таки зніме всі обмеження щодо використання зброї в Російської Федерації? Да, є така можливість. Скажіть, будь ласка, слабке місце російської армії, що це? Недостаточное количество боеприпасов и техники. Вот сейчас уже можно об этом говорить. Это было сильное место россиян, можно так, это в начале вторжения в 22-м году. Они подготовились за 8 лет, то есть накопили достаточное количество сил, средств. И вот эти средства, и те, которые накопили, и те, которые накопил Советский Союз, заканчиваются. Вот это сейчас такое самое слабое место россиян. И они не знают, что с ним делать. Почему? Для них очень важно остановить боевые действия. Путин буквально молит всех, начиная от Папы Римского и кончая Си Цзиньпиня, молит об остановке боевых действий. Для того, чтобы накопить, дать возможность накопить количество вооружений, боеприпасов. Почему просит у Северной Кореи, почему стоит на коленях перед Си Цзиньпинем, тоже по этому же самому, то есть просит у них, во-первых, остановить, а во-вторых, самим, чтобы они дали. Ну, Китай вряд ли на это решится, а Северная Корея не такой мощный карлик, как из себя там лепит этот северокорейский пончик. То есть, по большому счету, у россиян вот это. Но у них есть еще одна беда, в которую они сами залезли, это линия фронта. То есть конфигурация расположения российских войск на оккупированной территории. Это кишка, полутора тысячи километровая по ширине, до 100 километров всего лишь, которая прижата 300 километров практически, зажата между Азовским и Черным морями, а оставшаяся 1000 километров зажата, прижата нашим фронтом к Азовскому, части Черному и к Азовскому морю. Вот это тоже. Сама конфигурация фронта для россиян – это убийственное практически для выполнения боевых задач расположение армии. Ну а Крым – это вообще это оперативный, географический оперативный котел изначально стартово. Потому только вопрос времени, когда мы обрежем те линии соединения с этим котлом, которые пока еще у россиян. Керченский мост и три входа в Крым с материковой Украины. Скажіть, будь ласка, чому ми не б'ємо по енергооб'єктах у Москві? Большой вопрос. Чому ми взагалі по воєнним об'єктам в Москві не б'ємо? Чому не б'ємо по Капотні, це один із основних НПЗ в Москві?
почему по Дубне не бьем, начиная от ядерного центра и заканчивая разработками новыми вооружений. То есть под Москва, Подмосковье, почему по Рублевке до сих пор ничего не прилетело, центру принятия решений, мы же говорили. Они в банях эти решения принимают, там эскортницы между принимающими головами бумажки носят для подписи. То есть, по большому счету, много таких вопросов есть по Москве. Скорее всего, какая-то бабка шепчет. Вот может эта бабка сейчас потихоньку будет слазить с Олимпа Белодомовского. Это же Белодомовское сопляжение. Это и прямое управление, наверное, нашими крысами этими канцелярскими, через Салливана того же. Вот все, кто на Салливана из наших канцелярских завязан, это вот прямое получение рекомендаций, как минимум, по работе, по России, это минимум, там, если еще можно больше попридумывать, по крайней мере. Но здесь есть вот такое управление, оно видно, понятно, и, в принципе, оно будет расследоваться в будущем, будут расследовать контрразведка по 111 статье, всех этих участников, всех этих крыс, я же говорю, не спрячутся они даже в Аргентине. Ну, поверьте, достанут это. Роман Григорович, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за детальний аналіз подій, дякую за те, що ви розпочинаєте новий інформаційний тиждень з нашою командою, ділитися своїми знаннями та порадами, як завжди вам щиро дякую. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось вже завтра в ефірі. Романа Григоровича буду вас чекати. Дякую. До свидання.